Буквально накануне появились хорошие новости для поклонников сериала «Метод». Режиссер Юрий Быков, работавший над первым сезоном «Метода», вернется к сериалу и снимет третью часть триллера о следователе с неординарными способностями. Над продолжением работает творческая команда, придумавшая и создавшая «Метод» в 2015 году. Это не только режиссер Юрий Быков, также исполнивший одну из ролей, но и шоураннер Максим Полинский, креативный продюсер сериала. Производство третьего сезона занимается «Плюс-студия». По формату продюсерской компании «Среда» съемки начнутся летом этого года. Главные герои триллера – Родион Меглин, роль которого исполнил Константин Хабенский, неординарный следователь высочайшего уровня, пользующийся особым методом поиска серийных убийц, и выпускница юрфака Есения Стеклова, роль которой исполнила Паулина Андреева, которая становится его стажером, чтобы расследовать причины гибели собственной матери. По предварительной информации, дата выхода третьего сезона сериала «Метод» запланирована 2025 год. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.